Йоу! Мика! Ап! Мир! Мир! Встань на место, быстро! Ап! Вперед! Лево! Ап! Ап! Ау! Ап! Вперед! Ап! Тайсон! Ермак! А, там справа северная олень. Ау! Мика! Ап! Мир! Всем привет! Сидим на карантине, продолжаем. В Сочи ничего не меняется. Ездила в магазин, ну, естественно, в полном обмундировании. Реже стала говорить, и уже, знаете, не все так просто. Люди стоят в очереди за пивом разливным, брызжа слюной. Я в маске, в очках, в перчатках, чуть ли не облилась там гелем, в общем, убежала. Не знаю, как на это уже реагировать, ладно. У каждого своя голова на плечах. Берегите себя. Что хотела сказать? Хейтеры активизировались, видимо, тоже скучно. По мою душу. И мой друг прилетел, вырвался из Занзибара. Хочу с ним сделать прямой эфир. Хочу сделать прямой эфир на днях со своей подругой из Лос-Анджелеса. Так вот, друг вырвался из Занзибара, известный ведущий на МСТВ, хочу сделать с ним прямой эфир, может быть, даже сегодня, но я проанонсирую. Вот. И еще у меня подружка в Лос-Анджелесе, я хочу тоже с ней сделать прямой эфир. Она расскажет, как они там уже, они уже дуреют, они дольше сидят на карантине, чем мы. И еще одна приятельница из Австралии и тоже расскажет, как оно там происходит, потому что тоже ситуация очень везде страшная, но у людей, у половины есть полное сознание, у кого-то даже сверх, а у кого-то нет понимания вообще, что происходит в этом мире. Да. Всем привет, с вами Лина Камирен, и это «Записки охотницы». Всех интересует, сколько зарабатывают участники реалити-шоу. Я расскажу про свой период нахождения на реалити-шоу. 5-6 человек – это максимум, которые сидят на самой высокой зарплате. Кто не уходит, не приходит просто так. Это все чушь собачья. Если мы сейчас не сделаем как надо, то после лобного пойдем мы домой. Обратите внимание, есть участники, которые достаточно активно постоянно куда-то влазят. Вот прям в разговор, они прям вот так хотят провоцировать. У вас есть возможность находиться там, получать пороже, но получать медийность или давать пороже. У кого, как, знаете ли, хватит стержня. А участники реалити-шоу, как правило, не очень обеспеченные люди, но у них у всех все есть. Конечно, если делать все грамотно, вам даются все карты в руки для того, чтобы заиметь какую-то платформу, чтобы стать более-менее известным и на этом фоне что-то там подоткрыть. Ну вот провокаторы, все, ну посмотрите, что я делаю. Ну, мать моя женщина, ну что ж такое, все разоблачаю, разоблачаю, ай-яй-яй.